Здравствуйте, меня зовут Ирина Мазалова. Я являюсь руководителем клуба «Звезды» и тренером команды «Звезды». Также я являюсь автором нашего проекта. Идея создания проекта пришла к нам, когда мы узнали, что в результате квалификационных соревнований мы отобрались на чемпионат мира по чирспорту, который пройдет в Орландо, США. Мы должны представлять сборную России по чирспорту. Друзья, мы бы хотели представить вам нашу команду. Меня зовут Анна. Меня зовут Светлана, я капитан команды. Меня зовут Аня. Меня Лиза. Меня зовут Анюта. Меня Вика. Меня Ира. Меня Саша. Меня Полина. Меня Аня. Меня зовут Катя. Меня Света. Меня Александра. А меня Настя. Меня Алина. Меня Виктория. А вместе мы команда «Звезды». Сначала, конечно, была радость и ликование, когда мы узнали эту новость. Ведь мы так долго к этому шли, так долго готовились. В течение многих лет мы тренировались. Но когда немножечко эмоции поутихли, мы поняли, что чисто финансово нам эту поездку не потянуть. Ведь ни у команды «Звезды», ни у Федерации чирспорта России нет постоянных спонсоров. И обычно поездки оплачиваются самими спортсменами или их родителями. Сметами мы столкнулись первый раз, и тогда у нас возникла идея создать проект и привлечь в наш проект людей неравнодушных, любящих спорт, понимающих всю тяжесть, которую спортсмены испытывают, готовясь долгими годами к соревнованиям, и попытаться с их помощью осуществить наш проект. Станьте частью нашей команды! Поддержи!